Всем добрый день, друзья мои. 9 градусов, у нас погода прекрасная. Покопать бы съездить, а у нас дел. Ого-го. Тут купил котлету в тесте. Ел котлету и зуб сломал. Вот это да. Парадокс. Потом у нас что происходит? Надо сейчас к зубному съездить, записаться к стоматологу. Где-то я номер телефона ее потерял. Стоматолога. Есть новое видео с парковочного режима. Так. Откройте галерею, чтобы просмотреть. Дальше. Итак, друзья мои, едем к стоматологу. Надо записаться у меня. Котлету в тесте ел, я не знаю, кость походу попала или фиг знает, что такое. Парадокс. Ждем, как обычно, Юлечку. Дальше с УАЗиком на ручку мне прикрутить. Ручку прикрутить, потом лампочки в приборке две поменять по мелочам. Мы тут ездили. Сколько мы ездили? 3 дня, наверное. Скопа, местечки там интересно. Последние дни, лето, говорю, осень. Теряем. Ну ладно, мы завтра, наверное, к дяде Леше я уеду. Будем подушки от двигателя менять. Тоже покажу. В четверг уже, наверное, мы на копу едем. Сейчас едем, посылку надо отправить. Заказали вчера подлокотники, там усилители. Я думал, они не напечатаны. У меня же ремонт был, принтер убран был. Ну, смотрю, в запасе было. А подлокотник за ночь напечатал. Успел верхнюю часть. И все. Так, кумены. Ага. И здесь нам еще надо будет патроны заменить дома. Мы ездили в Мерлин Ро, цикаля такие купили, интересно, покажу, если не забуду. И все. У нас тут еще была какая задача? Проблема. BL500 там нам прислали, да? Который телефон. BL5000 Blackview. Прислали телефончик, и что получается, у нас Google сервисы, в нем половина не работает. Я китайцам написал, тут писался с ними 2 недели, но в Play Market не могу зайти, и все. Она нам пишет, там, с кем я работаю, с китайцами, что прошивка вроде у вас. Телефон тестовый, только который этот. Ну, блогерам посылаем самые первые телефоны, которые еще могут быть сырые, там, тестовые прошивки, все дела. И говорит, может быть проблема, давайте мы вам прошивку пришлем. Но у нас сейчас праздники, 7 дней у них там праздников было с 1 октября. Ну. И прислали мне прошивку, вчера прошил телефон. А все равно сервисы Google не работают, будь они неладны. Давайте попробуем прошить. Прошивается данный аппарат несложно. Обновление системы локальное идет. Внутренний накопитель. И выбираем нашу прошивку. Вот она. Прошивочка 2 гигабайта весит. Выбираем. Обновить контент. Убедись, что в данный пакет обновления является официальным. И она мне сказала, то, что мы тебе как еще предпродажную модель выслали. Как это она? Больно умными словами говорила, что это... В общем, тестовый вариант. Да. И из-за этого, говорит, могли быть косяки. Извиняемся. Сейчас, говорит, сделаем. Все, давайте сейчас прошивка пойдет, прошьется и посмотрим, будет ли в Play Market у меня заходить данный телефон. Телефон-то вообще отличный, друзья мои, я его себе хотел оставить. И такой косяк. Все, пошло обновление. Download update. Видите? Download update. Идет. Так, здесь, да, вот пошла она. И все. Написал я, не знаю. Они меня чуть не подставили, прикиньте, я не проверил бы, если в свой аккаунт не вбил. Просто продал бы этот телефон, и потом человек бы там ходил и думал бы, что такое, а я бы думал, как вроде рабочий телефон. В общем, неприятная ситуация с китайцами, впредь я буду внимательней. И вообще, наверное, завяжу я эти все обзоры делать, надоели мне эти китайские телефоны, толку от них никакого, выхлопа, вернее, продаю за копейки, реклама только отбивается, время затраты, до бензина мы ездим. Не знаю, если буду брать телефоны, хотя вроде и так топовые только берем. Вон у нас еще один на обзоре лежит, не знаю, как показать. Ну, что-то мне надоели эти все телефоны. Китайские. Надо завязывать. Все, поехали мы. Сейчас до почты доедем. Потом в райцентр проедем к стоматологу.
мешочек, подлокотнички отправлен. Забыл за отправку взять с товарища. Блин, что-то почта подорожала. 400 рублей отправка. Ё-моё. У меня с Америки дешевле выходит, чем в Архангельскую область. Ой, в Тюмень. В Тюмень отправляем. Забыл за доставку взять. Ладно. Все, едем мы к стоматологу записываться. Так, в деревне тишина. Так, заехали в Кумёны. Здесь, смотрите, так и ничего не построили. Территория так и стоит. Интересно. Сейчас вон здесь стоматолог. Сейчас к нему быстренько сбегаю, запишусь. Ой, там очередь, наверное, 5 недель 3. Без зубов мне жить. Но я не весь сломал-то его такой. Частично, так сказать. Оп, смотри, кто-то ушел и фары не выключил. Нива, Нива Торонто или Бронто. А как она? Тревел. Фары не выключили на тревеле-то. Стоматолог, друзья мои. Пойду запишусь. Очень хорошо, мне здесь нравится. Лечат, но очередь большая. И недорого. Облом, не работает. Поехали тебе во второй зубной кабинет. Здесь их два. Два кабинета. В отпуске, наверное, опять. Закрыта, Юлечка, наверное, опять в отпуске. Поехали во второй кабинет съездим. Так, у нас здесь второй кабинет есть стоматолога. Сегодня рынка нет, но завтра рынок у них. Вот здесь у нас есть стоматолог, еще один. Ту-ру-ту-тун. Че, паркунемся, он здесь. Маленький УАЗик стоит. Все. Пойду я к стоматологу, запишусь. И тут стоматолог не работает. Ёка ломаная. До 24 октября. То вчера ушло. Придется пока без зубов походить. С обломанным зубом. Ёкаламаны. Безобразие. Или в город надо ехать. В город надо ехать, наверное. А на том зубе стоматологи вообще объявлений нету. Странно. Тоже до 24-го на больничном. О, эпидемия в Кумёнах опять тут у всех, наверное, точно. Все, поехали мы тогда в этот. В пельменную пообедаем. Пойдем в пельменную пообедаем. Пообедаем сейчас, если пельмени еще готовы, правда. Ночью было, ого, минус. Сейчас тепло. Пятерку мы еще заехали. За одним фруктов взяли. Немного в деревне у нас с фруктами напряженка. Все поедем домашними делами заниматься. Ой, дел я не знаю. За что браться даже. Ладно, сейчас все не придумаем. Да, с зубами у нас облом. Надо позвонить еще раз. Ладно, мы будем звонить. Звонить, может, дозвонимся. Полдня я с этим стоматологом потерял. Толку ноль. Хотел вам показать, у нас телефон этот лежит, ВП-17, да? Классный телефон с ночным видением, как у видеокамер, так и же подсветка инфракрасная. Но, почитал, а 18 у них, оказывается, анонс будет, продаж. И они попросили 18 числа выпустить ролик, и я думаю, ладно. Хотел поставить вот такие шайбы, помните, сюда вот, за место вот этих на подушке. А здесь у нас диаметры разные. Соответственно, если этот буду сюда ставить, у нас будет люфт. Люфт. Зараза. Придется родную оставлять. Придется родную. Это я не учел. Хотел просверлить. Уже обточил, думаю, все сделаю сейчас. Смотрю, люфт. Ладно. Шайбы у нас не подошли. Что сейчас делаем? Ручку надо поставить. Попробую пластмассу поставить. Интересно, будет ли держать. Если нет, потом расскажу. У меня еще есть
дюралевая. Дюралевая. Ее оставлю на потом. Ломается она. А вот это сделаю. А, лампочки еще, приборную панель. Чик. А Юлечка там палас моет. Мойку пойдите достать, мойкой сделать. Ладно, пойдемте ставить что-нибудь. Я сейчас спичкой что-то порешаю еще. Смотрю, как кому-то мешается. Он мешается, меняется. День у меня сегодня, в общем, ни туда, ни сюда. Ручка, зараза, все алюминиево ломается, ломается. Да что ты. Сейчас я откручу вот эту поставлю. Посмотрим, походит, не походит. Я думаю, походит. Сейчас за одним еще приборную панель разберу. Смотрю, что там лампочки не горят. Вроде все горели. Контакт, что ли, отошел. Так, достаем. Достаем мерзавца. Вот он, с алюмина этот ломается и все. Ну, я не знаю. Здесь же опять проблема какая. Здесь резьба. Вот на этих штучках. Все там видно. Здесь резьбы нету. Но саморезы может зафигачить. Как думаете? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Пойду саморезы подберу, наверное. На саморезы сейчас заделаю. Все, пластику поставил. Мне кажется, пластиковый будет понадежнее, чем этот алюмин. Чик. Сейчас я на саморезы. Здесь потому что по-другому никак. Никак. Так, стоять, скорость переключить. Оп. Шуруповерт у меня есть или гайка верна. У вас самую медленную скорость. Три скорости здесь у меня. Сейчас мы тут. Не сейчас, но в ближайшей перспективе все сделаем. Вот. Аккуратнее. Так, затягивать нельзя, друзья мои. Надо, если затянете, потом не отцентруйте. Сразу же второе отверстие выбираем. И... Так, сейчас этот мягкушку надо... Или как она называется? Ветфетровую шляпу. Надо наверх. Ох, как тут все мудрено, да? Есть и эту. Так, и эту фетровую шляпу еще разик. Тут еще на пластмассовой крышка есть декоративная сверху. Во! Вы посмотрите, ну красотень. Красотень. Крышечка еще декоративная идет сверху. На железной такой нету безобразия. Все готово. Ну, ну красотень. Так, пойдемте проверять. Как это мне вас? Сейчас, секунду. Уберу. Опа. Надо все на пластик поставить. Пластмассовый мир победил. Все. С этим готово. Разбираю панель сейчас. Посмотрю, что у нас с панелью творится. Солнце бликует, не знаю, как вас поставить. Так, что вам там видно? Вот, видно. Последний болтик сейчас открутим. Лампочки все горели, не знаю, что с ними. Контакта нету, что ли? Ох, и проводов у меня здесь, друзья мои. Так, и что вы тут не горите? Ага, одна сразу выпала. Оп. Выпала. Контакта не было, походу. Да, патрончик-то тут, конечно, знатный. Вот такой. Мы сейчас проверим это все, конечно, все. И у меня вот еще на этом. Эту лампочку я заменю. Хотя она хорошая. Поставлю там по длине на 4 ватта. Секунду.
Так. Здесь сразу же заменим. Сейчас будем проверять. Но проверять надо аккуратно, чтобы ничего не перемкнуло тут. Где у меня ключи от УАЗика? Секундочку, будем сейчас все проверять. Проверять, проверять. Где ключи? Ключи здесь. Так. Включаем свет. Включаем. Не горит. Горит одна. Видите? Это горит. Это не горит. Не горит, потому что масса, наверное, неправильно прикручена. Сейчас посмотрю. Непонятно. Так. Вторая попытка выйти из дома. Пробуем. Все горит. Показываю. Не горит. Здесь зараза не горит. А че ты не горишь? Здесь у нас горит. Ладно, разбираемся дальше. Температуру не показывают. Что делал? Контролька есть у меня. За массу зацепил. Пробил питание. Питание идет. Нет массы на сюда. Масса изолирована. Мне сейчас надо отдельный провод обжать и вывести куда-то на массу. Чушь какая, почему? А я, может, здесь на корпус куда-нибудь и забабахаю сейчас. Прямо отсюда вот массу. Нету массы, друзья мои. Безобразие. Все горят. Вот проблема была, что не в тот стакан был. Тут на контрольку этого давления, ой, температуры было брошено почему-то. Надо было в другой ставить, там масса была и все. Массы не было. Все, здесь горит, все горит. Можно ночью ездить смело. Готово. Что дальше делаем? Сейчас печку. Печка на двух болтах у меня все. Вот на этом крепеже крепится она. Никак тут не закреплена. Сейчас мы откручу ее сюда, подниму, на шлангах выведу, посмотрим, что там бежит. Ну, кран я там туда рукой подлез, сыро все. Сейчас я ее сниму. А вот и виновник торжества. Бежит, между прочим, я так понял, по прокладочке, что ли. В общем, где-то бежит. Заменяем полностью, сейчас кран скручиваем. Интересно, там жидкость есть в нем или нету. Вон, видите, вот здесь. Это все мы отмоем. 2 рубля еще лежит. Все, пойду сейчас кран примерять, посмотрим. Здесь какой-то шанс, автошанс. Шляпендрос, он даже не рабочий. Видите? Сейчас открутим и все перекрустаем. По кранам. Это у нас лузаровский. В принципе, почти такой же. Но немножко другая конструкция. Но это нас не волнует. Сейчас мы спички откручу. Блин, побежит, не побежит, интересно. Так, так, так. Нет, наверное, все-таки шланги сейчас сниму. Вверх подниму. У нас двигатель ниже стоит, должно остаться здесь. Все это откручу сейчас с той стороны. И печку мы на стеллаж, и там переберем. Все прокладочки, герметики, все на месте. Все это сделаем сейчас. Демонтаж вам покажу. Смотрите, видите, тут все сыро, блин. Но он давно, я изначально так купил, он бежал. Я сначала думал, это по шлангам. Дядя Леша, говорю, посмотри-ка. Он говорит, не, это печка у тебя, не шланги. Ой, на 7 надо, блин. Сейчас приду. Теоретически здесь жидкости не должно быть. Почему? Потому что слышно, как в блок обратно она сбегает. Так, здесь под герметиком все. Интересно, сниму ли я эти шланги? Но надо постараться как-то снять. Да? Так. Что там вам видно что-нибудь? Сейчас, господа, подниму вас повыше и будем сдергивать
данный агрегат. Мы сюда потом герметика намажем, да, с вами. Опа. Так. Жидкость есть. Мы сейчас шланги вот сюда вверх сделаем. И все. Что там вам видно? Нифига не видно. Последний скидываю. Так, печку не убрать. У нас же провода еще идут. Так, сейчас я вот так эти шланги подвяжу. Что там, нифига не видно вам, да? Сейчас я их подвяжу сюда, чтобы у меня жидкость не выбегала. И будем вопрос с проводами. Надо отцепить провода. Съемное, что ли, и сделать, как думаете? Да, чуть-чуть мы тут налили. Все. Сейчас мне провода надо отцепить. Отцепить провода. Здесь два провода всего идут. Я, наверное, тут быстро съемы сейчас поставлю, это срежу. И на разъемах сделаю. Чтоб впредь не мучиться с проводами, я сделал разъемы. Еще и по цветам их соединил. Не знаю, плюс-минус тут есть, нету. Видите, два провода идет и по цветам. Красное-красное пойдет, синее-синее. И все, и печечку берем, спокойно обслуживаем, если надо. Потом подсоединяем все. Все, пошлите менять кран. И вот такие наборчики есть. Где-то еще здоровый дома лежит набор. Чики и обжимники. И всякие к нему губки есть, целые наборы. Вот такой. Все, сейчас будем кран менять. Что-то я полдня с этим УАЗиком провозился уже. Мне еще дома надо краны менять. Ой, краны эти. Штуки, как они называются, не помню. Светильники. Все, откручиваем. Откручиваем, шмучиваем. Так здесь не подойдет. Придется руками. И меняем кран с этой проставкой. Будь он неладен. Не знаю, для чего эти краны нужны. Все, сейчас посадим под герметик, как обычно. Думаю, послужит сколько-нибудь. Долго-недолго, не знаю. Так. Так. Видим, что здесь на прокладке экономили. 10 раз тут ее пережимали. Краны эти, болячка у кранов. Чуть-чуть герметика есть, вижу. Садили. Ладно, сейчас я поменяю быстренько тут все. Здесь что у нас? Непонятно. Здесь же можно вот эту штуку, я так понял, снять, да? Диффузор, он нам нафиг не нужен здесь. Опанька, разбираем печь, вентилятор убираем. Скобу не теряем. Так, три скобы здесь. Или нет, четыре скобы. Скобы пока убираем, потом соберем. Радиатор достаем. Все, печку еще за одним протерем. Вот такой радиатор. Россия, Made in Россия. Жидкость даже есть. Между прочим, пластиковый. Значит, современка. Печечка. Все. Сейчас я что делаю? Кран сюда накидываю. Так, это у нас суд. Мне бы вот не перепутать. Как он стоял, я уже запутал. А, мне надо вот сюда его. Значит, мне надо его вот так ставить. Вот так. Все, сейчас заменю кран. Хотел герметика намазать, а смысл? Здесь, смотрите, какие прокладки у лузара четкие идут. Мусор убрать, да, не знаю, тут, я думаю, подожмет, хоть бы фиг. Без всяких герметиков зажмет. Так что, я не знаю, герметик я бы сюда не стал. Все, затягиваю, без всяких герметиков. Такая резинка, серьезно. Нормально все будет. Вот. Вот. Вот так.
Готово. Сейчас с этой стороны делаю и все. Все готово, пойду собирать все сейчас. Прочищу все корпуса. Это у нас кран, отопитель, семейство газ, производитель. Еще производительная. Шанс авто. Шляпа гада, в общем. Надеюсь, не радиатор, это бежит, а печка. А кран. Юлечка здесь полосы моет. Сейчас автошампунем все вымоем. Не купили мы, да, полосы. Пока этот постелим. Комнату у меня. Сейчас отмоем, чистенький будет, просушим. И все. Все, пойду дальше. Я сейчас отмою печку всю эту, соберу. И будем ставить. Что-то меня сомнения гложат. Блин, а вдруг радиатор этот сам бежит, как думаете? Хотя вроде... Ну вот он бежал, поэтому... Вроде нету вот никаких испарений-то особых. Ну ладно. Смотрите, какие прокладки были, как он не побежит. Тут его уже не раз этот кран меняли. Все, собираю печку. Все, печку сделал. Так, ничего не бежит. Все замечательно. Работает. А нет, это не та. Вентиляторы крутят. Ничего тут не сифу. Ну, понаблюдаем, будет ли бежать, не будет тут. Я тут все протер, все сухо. Все четенько. Посмотрим. Может, сам радиатор бежит. Придется его заменить. О, уже нагревается. Все, блин, провозился, конечно, я тут больше, чем рассчитывал. Сейчас я приберусь здесь. Может, охлаждайки подолью. Посмотрим. Все, приборка работает. Все работает. Завтра, если все, не знаю, Леша еще не звонил, вечером позвоню. Может, подушки поем, заменим. И к бою готовы опять. Ну и все. Мелкие недочеты устранены. Хотел сегодня свет переделать еще в комнатах, но не успеваю уже. Сейчас скоро темнать начнет, солнце зайдет. А с фонариком работает, ну его нафиг. Не горит, светильники хотел показать, переделать в следующий раз. Все, УАЗик готов, подлечен. Подушечки еще надо поменять. Ну ладно, это мы решим тоже этот вопрос. На сегодня все тогда. Пойду еще мусор сейчас выкину. В гараже там набрал. УАЗик готов. Можно кататься. Не знаю, что-то у меня сомнения вгложат. Может, у меня все-таки радиатор бежит. Пластиковые деньги. Хотя здесь давление-то особо такого тоже нет. Не знаю, в общем. Будем наблюдать. Всем пока, удачи. Увидимся.